Привет всем нашим зрителям! У нас сегодня будет обзорчик по детскому питанию. На столе у нас сегодня фрутоняня, говядина, мясное пюре. Значит, нам тут обещают 100% качества, без соли, без крахмала. Эту говядину. Так, тут у нас масса 80 грамм этого пюре. Так, говядина богата витамином В12, необходимого для гармоничной работы нервной системы и процесса усвоения железа в организме. Отлично. Так, для питания детей раннего возраста стерилизованное гомогенизированное консервы мясные. Это для деток старше 6 месяцев. Так, прочитаем, где-то тут производство было. Пищевая ценность 100 грамм. Ну, почитайте. Так, сейчас наведем. Нажмете на паузу, прочитайте. Так, изготовитель ОАО «Прогресс», Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2. Вот такое вот пюре. Давайте попробуем, что это у нас за здоровое питание. Тут есть перфорированная на упаковочке часть, которую легко можно снять. А на самой упаковочке написано: защита пюре от пыли, света и вскрытия. Спасибо. Хочется надеяться, что это будет действительно весомым дополнением к качеству. Не используйте продукт. На крышке написано, если нет хлопка при открывании крышки. Запомним. Так, открываем. Открываем. Приятный хлопок. Такая вот пюрешка. Ну, сейчас попробуем на вкус. Так. Вкус довольно-таки нежный, очень приятный, как паштетик. Всем рекомендую. Действительно очень вкусный продукт. Всем рекомендую как здоровое питание, не только детям. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь, приглашайте друзей. У нас будет еще очень много впереди интересного. Пятница 7.